Короче, дружбан принес мне пару материнок, вот таких вот старых, древних. Говорит, блин, братишка, почини по-братски. Что-то не включаются. Тут, конечно, все понятно, тут не включается то, что процессора нет. Ну, блин, это логично же, да? Они все такие пыльные, блин, смотрите. Смотрите, все такие грязные, все такие в термопасте. Я думаю, надо братишке, короче, это, подарок сделать. Помыть их, короче, все эти материночки его. Вот тут еще одна лежит, смотрите, какая. Говорит, ему скоро надо будет компьютер в офис давать, ну, чтоб офис работал там, буквально на днях. Я ему сейчас помою их. Как думаете, братишка порадуется? Поливаем их, поливаем, чтобы они все чистенькие были, чтобы все отмылись. Я думаю, братишка рад будет очень. Смотрите, какие они теперь чистенькие получаются у нас. Что-то немножко это, что-то как-то плохо идет, надо шампунчика сейчас сделаем. О, вся пенка будет, смотрите. Не, пенки не будет, вон пенка. Парни, аромат как у шампуня стоит, вы бы знали. Ну, короче, завтра, ребята, расскажу, как братишке понравилось, там нет. Короче, давайте, ребята.